добрый день. Меня зовут Игорь. Сегодня со своей женой я первый раз попал на занятия Павла и Марии. Нельзя сказать, что с недоверием относился к этому, но где-то в глубине души какой-то был такой вопрос, как оно работает. Потому что я привык объяснять все с практической точки зрения. Однозначно все, кто думают, что у людей нет проблем, ошибаются или они могут собственными усилиями воли решить проблемы. То, что я сегодня увидел, прочувствовал, мне показалось, что это было сделано именно на каком-то таком эмоциональном уровне и в виде, может быть, какой-то аллегории, но это достаточно для человека, чтобы он двигался и жил дальше, шел вперед, не закапывался в этих проблемах. И действительно, мне эта фраза нравится, это работает. Я не знаю, почему это работает. Можно думать, долго обсуждать, как, что же происходит, как оно, но оно работает. Поэтому не знаю, по времени попадем и не попадем, но я думаю, может быть, мне бы хотелось еще раз попасть, конечно, потому что чисто даже любопытство есть уже не о проблемах, а чуть-чуть взглянуть с практической точки зрения на бытовую проблему, попробовать. Вот и все. Вам огромное спасибо. Всего хорошего.